Добрый день. Вас приветствует гипермаркет детских колясок и автокресел Compasic.ru. Сегодня у нас на видеообзоре коляска польского производителя Aratim, модель Toledo. Это новинка этого лета. Коляска выполнена полностью из текстиля. Текстиль идет с пропиткой, грязи водоотталкивающий, мелкий снег, дождь, ничего впитываться не будет. Также идет солнцезащита от ультрафиолета, поэтому коляска будет не выгорать, не нагреваться. Капюшон большой, с козырьком. На капюшоне имеется ручка для переноса коляски и окошко для проветривания. Капюшон опускается нажатием двух кнопок внутри, вот здесь больших, и опускается полностью. Накидка на ножке на кнопках, также очень плотная, толстая, непродуваемая. Внутри 100% хлопок, матрасик, который идет в комплекте, пластиковое дно и регулировка подголовника. Размеры спального места. Длина составляет 75-76 сантиметров, ширина 34 сантиметра. Капюшон можно фиксировать в нескольких положениях и полностью открытым. Люлька снимается нажатием поочередно кнопок, вот таких вот, с двух сторон. Сначала нажимаем одну кнопку и с другой стороны нажимаем точно такую же. Обхватываемся за ручку и снимаем люльку. Люлька достаточно легкая. Также в комплекте идет сумка для мамы. В комплектацию входит дождевик и москитная сетка. Также имеется второй прогулочный блок, который устанавливается как по ходу, так как с лицом к маме, так и от мамы. Также поочередно нажимаем и переставляем. Вот такой вот. Накидка на ножке также крепится на кнопках. Она идет непромокаемая. Внутри бампер из эко-кожи, подножка также полностью из эко-кожи обтянута. Можно регулировать как вниз, так и вверх. Пятиточный ремень безопасности с мягкими накладками. Поочередно защелкиваем пятиточный ремень. Также его можно регулировать по росту ребенка. Капюшон большой, достаточно, также непромокаемый. Спинка регулируется как полностью сидячая, так вот здесь вот есть металлическая плашка, вы ее нажимаете и опускаете до полностью лежачего. Есть смотровое окошко для мамы за малышом. Вот такой вот большой прогулочный блок. Внутри полностью все выполнено из хлопка. Размеры прогулочного блока составляют 90 сантиметров, даже 92 сантиметра, а ширина 28-29 сантиметров. Снимаем прогулочный блок.
Ручка регулируется по росту родителей в нескольких положениях. Рама складывается нажатием с двух сторон рычагов одновременно и опускается вниз. Вот такая вот рама получается. В багажник влезет. Опять нажимаем рычаги и поднимаем ручку на себя. Колеса здесь идут гелевые, необслуживаемые. Надувать и накачивать их не надо. Они быстросъемные. Нажимаем на кнопку и снимаем на подшипники. Корзинка здесь идет металлического типа, выдерживает до 15 килограмм. Здесь 4 пружины по периметру и тормоз. Один на оба колеса сразу идет. Это был обзор на коляску Aratim Toledo на 25 августа 2021 года. Цена 2 в 1 составляет 25 400. Спасибо за обзор.